Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Anime Fighter Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Star. Также вчера в нем вышло новое обновление. Добавились, получается, несколько функций. То есть три функции. Это Kill Roblox, Reinstall и Multiplayer Roblox. В принципе, довольно полезные функции. И также добавилось, получается, два раздела. Settings уже был. Как вы знаете, это настройки. И добавился новый раздел Scripts. Здесь находится, получается, Dark Dex и также админ команды. Fly уже был, но раньше он был, получается, вот здесь. Ну, как видите, он здесь и остался. Так, что нам нужно сделать? Первым делом это, естественно, нажать на кнопочку Inject. И ждем, пока мы с вами заинжектимся. Также иногда, может быть, инжект у вас получится не с первого раза, а если у вас, получается, такое же пустое окно появилось, как у меня, а просто мышкой наводитесь на иконку Роблокса внизу на панельке и закрываете на крестик вот эту вот панельку пустую. Далее нажимаем еще раз инжект. И, как видите, получилось заинжектиться. Отлично. После этого оставляем скрипт и нажимаем кнопочку Exclude. Все, ждем, пока он здесь все проверит. И сейчас появится скрипт. Все отлично. Функций здесь очень много. Все, естественно, показывать не буду, потому что в этой игре я не прошарен. Много всего не знаю. В принципе, кто долго играет, я думаю, вы поймете, какие функции за что отвечают. В принципе, покажу самые основные. Допустим, вот здесь есть моб. У него 50 жизней. Значит, в моб селектор нажимаем и находим его название. Все, нашли. Мы включили. Горит зелененьким цветом. Фон. После этого включаем автофарм. И, как видите, автофарм пошел. Отлично. Также можно параллельно включить автоквесты. То есть, как я понимаю, за вас автоматически будет выполняться какой-то квест, который у вас взят. Идем далее. Рейд, я не знаю, что это такое. Это, скорее всего, даже появляется, наверное, по времени определенному. Пока что это пропустим. Автоколлект дропс. Давайте, в принципе, проверим. Не знаю, получится у меня собрать этот дроп, который здесь есть на этой локации. Возможно, его даже нету, но давайте попробуем. Так, ищем эту функцию, уже потерял. Где она тут была? Вот, все нашел. Включаем. И, как видите, все-таки дроп мне собрался. Монетки мне прибавились. Было 1800 с чем-то, стало уже 2060. Отлично. Это значит работает. Автоклика я не знаю, за что отвечает. Но, скорее всего, здесь, наверное, в этом режиме нужно куда-то кликать. Также здесь, получается, можно настроить скорость клика, а также пэты, как я понимаю, либо же мобы, не знаю, как тут точно переводится. Потом фарм тут тоже какое-то есть, я не знаю, что это такое. И время тп, получается, это получается, по истечении какого времени вы будете тпхаться на другого моба, как я понимаю. Также есть магазин, давайте глянем, что здесь в магазине. Где он здесь у нас вообще находится? Пока что не вижу, ладно. Значит, тут можно автоматически покупать, получается, миры. Автопокупка Star. Автопокупка Stars. Это, получается, яйца, если не ошибаюсь, да. Так, вот это яйцо стоит 80, получается, йен. Давайте, в принципе, попробуем его купить. Здесь нужно выбирать или нет? Скорее всего, нет. Ну, давайте попробуем купить. Угу. Как видите, получается, покупка, скорее всего, проходит автоматически, смотря на каком сервере, то есть на каком мире вы находитесь. Все, монетки у меня потратились. Что случилось, не понимаю.
Так, все отлично. Так, и получается у меня купилось, получается, 4 персонажа. Давайте самых сильных оденем. Давайте снимем их. Мне выпал, в принципе, довольно крутой дамаг, 41 у него. А, здесь есть кнопочка EQ Best. Все, нажимаем. И, как видите, самые сильные у меня, получается, оделись. Также автофьюз есть. Это, скорее всего, про мобов, которые у вас есть в инвентаре. Да. Получается, если собирается определенное количество, вы можете их зафьюзить, как я понял. Ну, давайте попробуем, в принципе, проверить. Не знаю, получится или нет. Так. Отклоняем пока что. И включаем. Ну, возможно, скорее всего, нужно определенное количество одинаковых мобов, но это не точно. Еще раз повторюсь то, что про этот плейс я вообще почти ничего не знаю. Также есть какие-то подарки. Давайте соберем. Не знаю, что это мне дало, но по-любому что-то выдалось. Окей. Так, идем дальше. Смотрим, что здесь осталось. Как я вижу, здесь еще геймпассы есть бесплатные. Спринт — это скорость. Ну, бегаю вроде бы так же. Автокликер. А, вот автокликер сработал, как видите, появилась. Вот здесь внизу панелька. И можно на нее кликать. Но пока что ничего не дает. Вроде бы как. Да. А, также магнит есть. Получается, вам близко не нужно будет подбегать к монеткам, чтобы их собрать. А на расстоянии вы уже сможете их собрать. Также телепорт. Ну, телепорт пока не вижу, где появился. Может быть, даже не появился. Ладно. А, идем дальше. Есть ноуклип. В принципе, стандартная функция. И, как я вижу, она не хочет работать. Ну ладно. Также клик ТП. Клик ТП тоже не работает. Прикольно. Ну ладно, я думаю, эти функции, в принципе, особо не нужны. А, настройки. Здесь, в принципе, можно свернуть GUI. Допустим, сделаю на Q. И, как видите, GUI пропадает, когда я нажимаю. В магазине вроде бы все показал. Ну, давайте здесь какую-нибудь еще функцию одну проверим. Ради интереса. Вот телепорт какой-то есть. Давайте нажмем. Как я понял, должен тпхаться на моба. Но, возможно, на этой локации, в которой я нахожусь, моба нету такого, которому он должен тпхнуться. Давайте рейд проверим, не знаю, получится или нет. А, здесь нужно, получается, выбрать мир. Но эти миры у меня закрыты, к сожалению. Так что, скорее всего, не получится показать, потому что не сработает. Также авто временное триал. Это не знаю, как переводится, если честно. Но, как видите, здесь у нас идет отсчет. Как я понимаю, по истечению этого времени, которое здесь написано, что-то должно случиться. Ну, давайте, ради интереса, еще попробуем вот на этого большого босса напасть. Выбираем его и включаем функцию. Ну, как видите, работает. И, кстати, мне показывает то, что я могу сейчас кликать и дополнительно, получается, наносить урон. Короче, я понял, за что отвечают автоклики, в принципе, полезная функция. Давайте включим ее. И сейчас, получается, мне не нужно будет самому кликать, за меня автоматически кликается на вот эту вот кнопочку, которая снизу показана. Ну, вроде бы довольно быстро убили этого моба. Также можно, получается, скорость сделать побольше, чтобы быстрее нажималось. Давайте сделаем, допустим, 0.05 миллисекунд. Это получается 5 миллисекунд выходит. Так, время. Это время ТП. Давайте сделаем на днёрку, чтобы было. Получается, как вы убиваете вот этого босса, через одну секунду вы ТП-хаетесь на другого такого же босса. Так, ну ладно, в принципе, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал.
С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.